Ребят, всем привет, всем добрый день, очередное видео на Ammarkets. Сегодня мы рассмотрим три инструмента, это биткоин, индекс доллара и S&P 500. Также я дам как бонусом три инструмента, это акции, на которых я увидел довольно-таки интересные ситуации. Я думаю, что на них можно будет неплохо заработать. Давайте начнем с биткоина. У нас была консолидация, пролив, здесь тоже такая маленькая консолидация, вынос, да, мы видим сильный импульс на огромном объеме. И я рассматриваю, что цена может прийти, здесь делает ретест, и отсюда я бы открыл лонг. Я бы не советовал открывать лонг по закреплению цены, по закреплению свечи, так как тут реально очень высоко и стоп будет очень большой. Соответственно, это не совсем целесообразно. То есть я бы ждал ретест, отсюда бы я открывал лонг. Обязательно учитывать риск-менеджмент и стопы. Дальше. Ребят, индекс доллара. По индексу доллара. Я уже много раз говорил, в данный момент, в принципе, происходит то, чего я ждал. У нас был ложный пробой, после чего цена, даже не ложная здесь у нас, медвежья западня. Дальше у нас пошла цена, пробила верхнюю границу с нисходящего треугольника. Сейчас идет ретест. Ретест идет как верхней границы, так и 0.236 по Fibonacci. И если я увижу какой-то отскок, хоть какую-то малейшую реакцию, да, цена это данная неделя так закрепится, я открою лонг. Но в данный момент пока что мне не нравится. Очень сильная свеча вырисовывается. В данный момент она поглотила предыдущую неделю. И мне нужно, чтобы был какой-то отскок, да, какая-то тень, которая покажет реакцию покупателя, которая будет выше данной нисходящей трендовой. И отсюда я, возможно, открою лонг. Сразу скажу, что по моей практике акции более лучше подвержены техническому анализу. Но на валютных парах, конечно же, волатильность намного больше. Так, дальше. S&P 500. S&P 500, ребята. Была быча западня, плюс поглощение. Цена ушла вниз так, как я и предполагал. Те, кто заходил, я уже сказал, что стоп нужно ставить без убыток. Как мы видим, вчера немножко, как относительно, да, цена пошла против нас. Я также говорил, что разворотные сигналы, они более опасны, чем формации продолжения. Ну, это нормально, потому что мы торгуем против тренда. Что те, кто здесь заходили, у вас сейчас, скорее всего, сработал стоп-лосс. Это нормально, в безубыток. И ничего страшного я не вижу. Что дальше я вижу по данному инструменту? Пока что ничего. Я не знаю в данный момент, что здесь делать. Если я не знаю, что делать, я, значит, ничего не делаю. Просто наблюдаю. Как только я увижу какое-то прояснение, я запишу очередной обзор и выложим его на Markets. Так, дальше переходим к тем акциям, ребят, по которым, возможно, будет интересный сигнал. Смотрите, я просмотрел вот эту акцию, это, если не ошибаюсь, это энергетик какой-то, Monster Beverage. То есть здесь у нас отлично, да, отработала перевернутая голова и плечи. Еще раз напомню, по техническому анализу перевернутая голова и плечи должна идти после нисходящего тренда. Но так как я уже давно наблюдаю за западными трейдерами, вот такие формации отлично отрабатывают даже как продолжение тренда. После чего, ребят, мы смотрим, вот это очень сильный был сигнал, цена пробила шею перевернутой головы и плеч, и здесь была консолидация. Плюс мы видим, да, вот такой паттерн свечной стрекоза, мы выходим, ретест, и сейчас мы формируется бычий флаг. То есть чего я жду? Мне нужен пробой 1.618 по Fibonacci, хотя он для меня уже не настолько значимый, потому что он был уже много раз пробит, да, то есть мы видим, что как бы цена не сильно на него реагирует. Мне нужно пробой вот этой верхней границы флага, закрепление цены, и я буду здесь уверенно лонговать. К чему это все веду? К тому, что мы видим уже предыдущие две фигуры довольно-таки хорошо отработали. Значит, мы можем предположить, что данный инструмент хорошо подвержен классическому техническому анализу. И когда цена пробьет и закрепится, как я уже сказал, выше верхней границы бычьего флага, я открою лонг. Добавки в избранное, думаю, вот эта ситуация вам будет полезна. Дальше, пас. Пас. Я не знаю, что это за акция. Я вообще редко обращаю на название, да. То есть здесь у нас на месячном таймфрейме вырисовался
сильный паттерн флаг. То есть мы видим очень мощный нисходящий тренд, ну, тут просто глобальное падение, и сформировался медвежий флаг. То есть, что я думаю? Я рассматриваю пробой нижней границы, закреп цены, и отсюда я буду уверенно шортить. Шортить я буду, не дождавшись закрепления на месячном таймфрейме, на недельном. Я думаю, что этого будет достаточно. И отсюда я буду рассматривать шорт. Вот я нарисовал, да, сценарий, который я ожидаю, это пробой и закреп. Также на недельном таймфрейме, ребят, здесь уже даже не флаг, если на недельном смотреть, да, здесь у нас больше вырисовывается уже как восходящий канал. И те, кто любит торговать по тренду и на отскоках, вы можете сейчас зайти в лонг. Это тоже есть такая вероятность, да, что мы можем пойти вверх. Я больше торгую на пробой. И на месячном таймфрейме все-таки я вижу приоритет вниз. Так что я пока не захожу на... не захожу в сделку по данному инструменту, потому что есть конфликт таймфреймов. А месячный таймфрейм, чем старше таймфрейм, тем я склоняюсь больше к нему. Так, что еще хотел сказать. Ребят, все, что я сейчас вам рассказываю, заранее выходит в нашем телеграм-канале. Это бесплатный телеграм-канал, ссылка в описании, подписывайтесь. Так, дальше. ТЭС. Смотрите, здесь вообще интересная ситуация. Я даже вот здесь расписал, да, что я ожидаю. Даже есть, так сказать, сигнал. Здесь, если посмотреть на недельный таймфрейм, ничего такого нет. То есть уже, да, уже как бы поздновато. У нас был пробой нисходящий трендовый. Смотрите, сколько касаний. Я торгую нисходящие, восходящие трендовые только у трех касаний. У нас был пробой. Также можно назвать это стрекоза или молот, не имеет значения. И после, да, мы пошли расти. Но я думаю, что еще можно в этот уходящий пояс запрыгнуть на последнюю подножку, если мы перейдем на месячный таймфрейм. Смотрите, месячный таймфрейм, ребят, закрывается у нас завтра месячная свеча. И если она закроется выше 0.618 по Fibonacci, я, возможно, буду открывать лонг. То есть здесь у нас будет паттерн молот. Это паттерн продолжения в данном контексте. Да, мы видим восходящий тренд и можно рискнуть. То есть здесь можно поставить стоп. Стоп можно поставить даже под вот эту тень. Но кто более нежадный, так сказать. А я знаю, что из своего опыта лучше, да, стопы не жалеть и ставить пошире. Потому что часто бывают заборы ликвидности. В основном это на крипте. Это там забор ликвидности, это, так сказать, самое основное дело. Здесь на таких более крупных рынках это меньше происходит. То есть здесь я бы зашел в лонг, выставил бы стоп и ждал бы уже, да, так сказать, ждал бы поход цены вот к этому уровню 1.618. Не факт, да, чтобы он там прям туда полетел, но у нас очень две вот сейчас сильных, да, таких, грубо говоря, два солдата. Если есть паттерн три солдата, три белых солдата, у нас здесь два. И все-таки вот этот паттерн не очень нравится. И не забывайте, что это месячный таймфрейм. То есть я думаю, что это самый высокий таймфрейм, который долгосрочные позиционные трейдеры на него смотрят. То есть выше месяца, я не думаю, что очень часто кто-то смотрит 3 месяца. Так что я очень рассчитываю на данную ситуацию, на данную акцию, и я буду лонговать. Обязательно учитывать риск-менеджмент и обязательно ставить стопы, так как бывает, что ситуация мега-мега классная, ты заходишь, тебя выносят по стопу, а бывает, что ситуация посредственная, вы заходите в сделку, и вы на этом зарабатываете, это рынок. Так, у меня все, я сделал такой краткий, как всегда, экспресс-обзор, но я думаю, что он будет для вас максимально полезный. Я постараюсь писать видео по меньше воды, чтобы в нем было и побольше полезной информации, то есть только концентрат. Вот у нас есть, мы с вами рассмотрели биткоин, индекс доллара, S&P 500 и вот эти три акции, на которых у нас уже есть, так сказать, заметка, да, наводка, на которых мы можем заработать. Учитывайте риски, не жадничайте, подписывайтесь на мой канал, бесплатный канал в описании, и вам всем удачи, всем пока.